Battle! Очень рад вас видеть всех. Давайте сразу встретим наших участников. На эту сцену я приглашаю Ивана Бобровникова. Андрей Серебренников. Иван Федоров. Эдуард Дородний. Анна Пашинина. Вот они все красавцы, которые сегодня будут. Обалдеть! Ну и кофта! Вот это да! Поскольку это новый Рост Баттл, у нас новые декорации и еще новый ведущий. Я. И у нас есть сегодня спецгость Вика Складчикова. Вика, привет! Привет! Как привет. Дела? Отлично! Вообще, мне, знаешь, мне тут уже, я же знаю многих комиков. Да. Я честно боюсь девчонок, потому что я юмор их слышала, мне страшно сильно. Вот, потому что, ну, я сильно жду. Мне просто сейчас чуть-чуть еще Андрей Атлас пересказал ваши шутки. Да? А, ну, охренеть, а сейчас мы люблю. И спросим у него. Я у нас люблю. В левом углу, посмотрите, кто еще сидит. Это кто такие? Ой, Андрюха, тебя спалило. Это да, да, да. Наши опытные комики, которые сегодня будут нам помогать. И Миша Лавров! Здорово, здорово, ребята! Работы. Раз, 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 раз. Всем ну, рок-н-ролл! Привет, привет, Андрей! Серега. Привет! Привет, Серега! Как дела? Да потихоньку. Все, отлично. Сразу хочу сказать всем, кто говорил, что я странно одеваюсь, посмотрите на них. Не, надо. Андрей, ну это менее странно. Миш! Да, я здесь. Как у тебя дела? Все супер, я надел кепку, чтобы с Андреем рядом сидеть. Все. Все, мы в кепках, блин, мы здесь. Я вообще рад вас видеть, ребят, всех вас рад видеть. Я должен объяснить правила, которым мы должны сегодня следовать. И почему, собственно говоря, я вам должен объяснить, у нас в студии так много людей, помимо участников, у нас спецгость, зачем нам еще ребята, сейчас я все объясню. Первый раунд у нас выходит все один против друг друга. Один выигрывает, второй вылетает. Нахрен! Второй раунд выходит три человека. Три человека выходят и шутят шутки про всех. Из этого раунда, из второго, выходят максимум два. Ну, максимум два. Может быть, там три иногда, но давайте мы сделаем два. Хорошо? Чтобы была интрига. И потом будет третий раунд. Вика выходит сюда на сцену, садится на стул, и два финалиста шутят и жестко прожаривают Вику. Вика, ты как вообще относишься к шуткам оскорбительного характера? Великолепно. Все, отлично. Я жду, чтобы накидали. И слово вас... «шлюха» должно присутствовать, ребята, у вас в шутках. Тем более, это часть моей биографии. Блин, вот это оно, конечно, вообще дает. Ребят, у вас не мой вопрос в глазах. А зачем тогда нам ребят? Во-первых, они будут помогать что-то там обсуждать между тем, как будут ребята выступать. А во-вторых, они в самом конце доберут одного участника. Куда, спросите вы, доберут-то? А вот куда. Помимо того, что сегодня победитель у нас один выигрывает денежный приз, еще победитель, который выигрывает сегодняшний вечер, автоматически попадает в Рост Баттл, в большой турнир, где будут участвовать уже вот эти опытные товарищи, и он будет наравне с ними, значит, там участвовать. И у нас проходят за передачу три человека. Один точный победитель, второго выбираете вы, и третьего выбирают ребята. Итого у нас проходят почти все, кто на сцене. Серег, ты еще забыл сказать, что если, ребят, кто-то из вас не сможет назвать Вику шухой, то мы вот к вашим услугам, если... Ты уже и называл. Что, у тебя повернется язык? Я вот у тебя так сказать? Записано, по-моему, в телефоне. Я бы так не сказал никогда женщине. Серег, сегодня есть возможность. Сестры, вперед! Ну что, господа, у нас есть участники. Всем известно правила, все поняли. Всем достоверно. Я понимаю, правила что-то кучу намешали, но тем не менее, я думаю, всем все понятно, да? Тогда мы готовы начинать? Да? Мы готовы начинать Рост Баттл! У меня такое настроение сегодня. И первая пара, которую я хочу пригласить, Иван Бобров!
Бобровников! Первый выходит Иван Бобровников. Здравствуйте, я Иван Бобровников, это «Чистая правда». Здравствуйте. Это Иван Бобровников, и это «Чистая правда». И против него Андрей Серебренников! Всем привет! Привет, привет! Йоу! Привет, Андрей! Йоу! Как у тебя дела? Все замечательно, со школы вернулся. Выглядишь вообще классно. Ну, меня свежо. Так загримировали, так надели, вот так вот красиво. Ну ладно, что ты, отлично, очень свежо выглядишь. Спасибо большое. Я желаю тебе удачи. Спасибо большое. Я хочу, чтобы все у тебя в жизни было хорошо. У нас есть новое, мое нововведение. Перед тем, как мы начнем баттл, ребята должны сделать стардаун, как в поп-ММА. Давайте. Залезь ему в голову, залезь ему в голову. Он должен забыть свои шутки. Ты объясни ему, что это такое, то он сейчас поцелуется. Ваня на опыте, конечно. Как будто физрук до меня доебался, честно говоря, так. Есть такое. Ну что, вам надо определять, кто будет первый, или вы сами? Нет, решили? Я начну. Все, отлично. У нас есть такой момент, называется приветственное слово. И первое приветственное слово свое говорит Ваня Бобровников. О, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Вот это да. Давайте поаплодируем. Андрюшка Серебренников, мой абонент. Андрюшка Серебренников – это типичная мразь из школы, которая вам списывать не давала. Я вообще-то сам все сделал, и вы все сами делаете. Но время его наказало, ему сейчас бабы не дают, все нормально, да? У Андрея есть любимое заведение в Москве – это «Пират Мармелад», да? Он там уже юнга. Так, и что я хотел сказать еще, что Андрей, значит, как-то раз в жизни меня очень сильно выручил, да, это чистая правда. Был момент в жизни, когда мне негде было жить, и Андрей приютил меня. И я жил у него совершенно бесплатно, и все было круто. Давайте поаплодируем Андрею. Да? Спасибо. Единственное, как неудобно жить в кукольном домике, да, пить из этих чашек пластмассовых и кучих, и я даже у него что, не хуй себе одеялко спиздил. У меня все... Супер! Супер! Спасибо большое, Ваня. Подожди, Андрей, перед тем, как ты начнешь, я совершенно забыл сказать тебе, Вика, что неспроста на твоем столике есть некая электронная штучка, на которую ты можешь нажимать. Она раньше была у ведущего, отобрали, теперь дали спецгостю, и ты можешь нажать и на кнопку. И очень зря. Если тебе что-то нравится или не нравится, нажимай на кнопку. А на какие нажимай? Да на любые. Вот. Это что значит, нравится? Это я что-то нажал, и там все сломалось. Вот нет, это значит, что звук? Это круто. Опа, мой оргазм. Вот. А это? А это мой. А это, да. Это мой. Я с Андрюкой жила 2 года, знаю. Ну что, ты готов? А мне надо еще раз рассказать привет. Хочешь, сделаем это, брат. Давай, Андрей. Так, мой оппонент Иван Бобровников. Давайте поаплодируем Ване громко-громко. Да, отлично. Так, что же вам нужно знать о Ване? У Вани 2 условки. Это неправда, но смешно, чтобы ни на секунду не усомнились. Да, из-за этого мне будет сложно сегодня против Вани, потому что это чисто типаж Вики с Кладчикой, правильно? Абсолютно. Абсолютно нет? Именно точно. От него она в своем шансон-треке залетела, вот это. Что еще о Ване? На самом деле реально будет сложно, потому что Ваня — это очень опытный юморист. Еще в 2014 году он был в сезоне шоу «Не спать» вместе с Антоном Шастуном. И посмотрите, как по-разному сложились их судьбы. Антон невероятно популярный, у него огромная аудитория. У Вани огромная грыжа. Он еще оправдывает, говорит, да я просто сосать не хотел. Че, аудитория-то у него пропадет, а грыжа со мной навсегда. Так, ну и последний факт о Ваньке. Ванек по профессии собутыльник. Чистая правда. Он мне даже корочку показывал, которую он закусывает. Все, это мое вступительное слово. Спасибо большое. Класс, 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 класс. Ну что, мы начинаем первый раунд, и первый, кто начнет первый раунд, Андрей Серебренников. Еще раз привет. Да. Что ж, посмотрите на Ваню. Есть ощущение, что он во время секса точно эти фразы выкрикивает. Типа, опа-на, ёбана. Вот тебе на тебе хрен в томате. Я ж тебе говорил, что это лучше взбитых сливок. Что, Ванёк — это тип с лишними приколами всегда. То есть всегда с лишними приколами. Он, когда анализы в поликлинику относит, он какую-то ебаную шутку всегда говорит. Вот это типа, сдачи не надо. И на него всякое долбоёба смотрят.
Потому что он какашки в копилке принес. Да. Что еще? Посмотрите на Ванька, у него идеальный круг из волос по контуру головы. Идеальный круг из волос. Из-за этого круга Ванек думает, что он похож на Жанна Рено в его лучшие годы. Но из Рено Ваня похож только на проперженный Рено Логан, честно говоря. Что еще? Ванек похож на этого типа, который в 10 классе мою одноклассницу уже на машине забирал. А я ее любил, кстати. А я ее ебал, кстати. Вот такой физрук у меня в школе был. Ваня еще похож на типа, который может повариху за добавку. Ведь вот такой он человек. Да, хороший, да, да. Человек, хороший. Хороший? Ну правильно, кто-то же должен. У Ванька жена грузинка. Поэтому, когда он говорит, что его кавказцы щемят, возможно, это просто семейный скандал. Да, спасибо. Спасибо вам большое, спасибо. Ванёк 7 лет не пил алкоголь, это тоже чистая правда. Этому факту можно поаплодировать, кстати, да. Это, да, это круто. Но потом все навалилось. Первый класс, математичка, сука, вообще там... Сложно было сдержаться, конечно. Реально, Ванёк 7 лет не пил алкоголь и выглядит вот так в 34 года. Посмотрите на него. К сравнению, Серега, он старше Сереги Орлова только на 4 года. Я не знаю, что нужно употреблять Сереге, чтобы через 4 года выглядеть вот так вот. Наверное, фразу «ёкарный бабай», я хуй знает. Ванёк сказал, что жил у меня какое-то время, это чистая правда. Я приютил его, и он жил у меня в съемной комнате. И мы в первый день приходим ко мне домой, и за двери выходит соседская бабушка, смотрит на нас и спрашивает: «Андрюш, это кто?» Я говорю: «Это мой друг». Она говорит: «Я сейчас ментов вызову, это что такое?» Вообще, за время жизни с Ваньком, я когда в первый раз, мы в первую ночь спали, мы спали на одной кровати, я почистил зубы, возвращаюсь в комнату, а Ванек лежит уже весь голый, вот так вот вообще. У него эти трусы семейные, оттуда яйцо вываливается. Он на меня смотрит и спрашивает: «Андрей, а ты в чем спать будешь?» Я думаю, я, наверное, в ванной, Ванек хуй знает, как ты, давай оставайся здесь. Что еще я узнал за время жизни с Ваньком? Ванек — это уже стандартный батя, то есть у него жена, дочь, он срет, как в последний раз. Да-да-да, он этому делу прямо отдается. Я проходил мимо туалета, он кричит, потом выходит весь красный, потный. Ванек не срет, Ванек рожает через жопу. Так, у меня на этом все. Спасибо вам большое, до свидания, пока! Андрей Серебренников и его первый раунд. Отлично, едем дальше. Первый раунд от Ивана Бобровникова. Ого, спасибо! Все, что сказал Андрей, это все правда. Да, я так как раз. Поаплодируем, Андрей. Да. Итак, давайте начнем. Андрей живет в 7-15 минутах от метро в зависимости от ветра. Андрюшка гордится, что у него на лице выросло 3 волоса и 2 на лобке. Итого 5. Еще одна пятерка в жизни Андрюшки. Андрей в школе все выделял цветными ручками. Увидит на парте надпись «Андрей сосет» и двумя линиями это подчеркнет, потому что это сказуемо. Да? Андрей типичный пи***-активист, который знает свои права. «Вообще-то я купил продуктов на 500 рублей. Вы должны мне скрепыша или книгу жалоб». Андрей оптимист, поэтому у него одно яичко висит выше, а не ниже другого. Андрюшкина внешность не меняется, он и в старости будет такой. Такого деда пи***ц как удобно мыть, да, в раковине. У Андрея есть кожаная косуха размера XS, байкеры в ахуе, если честно, да. Для нормального байкера это перчатка. У Андрея во дворе была кличка «Ракета», потому что в него как-то раз насрали.
Я уверен, что Андрюха с особой жестокостью ест медвежонка Барни. Ну, привет, медвежонок Барни. Привет, Андрей. Потом все в крошках. Он такой: боже мой, мама, что я натворил? У Андрея, чистая правда, развелись родители. Они хотели, ну, развестись, когда он вырастет. Потом поняли, что он нихуя не растет. И такой: ну, сейчас. Мать Андрея сейчас встречается с 24-летним парнем. Это чистая правда, да. Больше Андрей никого не зовет играть в компьютер. Теперь у Андрея в семье есть драка за сникерс. Да, она мне его купила. Но есть типаж людей, которые западают на Андрея. Это католические священники. Андрей похож на участницу шоу «Пацанки», которая прям перевоспиталась. Типа, знаете, такая: я снова целка. Андрей боится прыгать с парашютом, потому что вдруг парашют, как и его головка. Андрей только раз был в ярости, когда его девушка потрогала его биониклов. Так, мать Андрея очень легко рожала. Если бы не пуповина, он бы вообще нахуй в окно вылетел, да? Акушерка вообще подумала, что из женщины йо-йо выпало. Так, у меня все. Спасибо вам большое. Вау! Класс! Итак, это был первый раунд между Иваном Вавроником и Андреем Серебренниковым. Господа, господа, господа эксперты. Вика, что такое? Ты кашляешь? Скажи что-нибудь. Мне кажется, я сорвала уже вот голос, потому что я смеялась вообще. Класс. Тебе понравилось? Очень. Мы здесь только ради этого. Ну не пизди. Очень понравилось. Очень. Все, здорово. Ребята, как вам, что-то скажете? Слушай, ну за Бионикл я бы тоже убил, бля, честно скажу. Понимаю. А в целом, надо Миша... встретиться, поиграть друг с другом. Бионикл. Да, приходи, Андрюш, я покажу тебе свою игрушку. Мне супер. Мне кажется, для первого вообще прикольно. Да, давайте похлопаем. Да, это вообще мощное начало. Я подумал, что это со стороны... Нет такого, что выглядит, как Гарри Поттер и Добби на студвесне? И вон там сзади Хагрид сидит. Так, ну что, надо выбрать, победитель надо выбрать, иначе не двинемся никуда. Давайте поаплодируем Андрею Серебренникову, он начинал. Ну и, конечно, Иван Бобровников продолжал. Я думаю, что все здесь абсолютно ясно. Ваня проходит дальше. Поздравляем тебя! Но не расстраивайся, Андрей. У нас тут такое шоу, что тебя могут добрать вообще очень даже с большими шансами. Поэтому не расстраивайся, сиди, жди. А мы переходим ко второй паре. Вы готовы ко второй паре? Встречайте, Иван Федоров и Эдуард Дородний! Стардаун? А, точно, точно. Бля, ну это вообще... Не, поближе, поближе надо-то. Во. Вот так, залезь ему в голову. Бля, мне нравится очень. Вот вам просто плохо видно отсюда. Отсюда прям пиздец вообще. Две мужчины. Ну все, хватит, так тоже не увлекайтесь сильно. А, ну класс. Все, у тебя сифилис, Ванек, теперь. Спасибо, я... Живи с этой хуйней. Класс, мне нравится, начало нравится. Кто-то из вас, вы решили? Да, я первый. Отлично, итак, у нас свое приветственное слово говорит Эдуард Дородний. А, нет, наоборот.
Бля, извините. Иван Федоров говорит. Всем привет. Всем привет. Что, давайте поаплодируем Эду. И отдельно навалим шуму помещику, который отпустил его с поля на пару часов. Респект. Или как сказал Эд, дай бог тебе здоровья, барин. Но на самом деле Эд очень стильный, в обычной жизни очень стильный. На самом деле он ходит в плаще по улице, в длинном плаще. И это добавляет загадки Эду. Потому что прохожие всматриваются ему в глаза и думают, а он уже подрочил в парке? Или только собирается? Это мое приветственное слово. Эд Дородний. Класс! Ну и свое приветственное слово говорит Эдуард Дородний. Здравствуйте, товарищи. Я разрабатываю пока приветствие, похуй. Давайте поаплодируем Ване Федорову. Это Ваня Федоров. Я буду сегодня часто называть Ваню Федорова по имени и фамилии, чтобы вы запомнили Ванька, хоть это и нихуя нереально. Скорее всего, вы выйдете сегодня и такие, ну и параша все это, конечно, было. Кроме вот этого паренька, одного паренька, как его? Ну, он еще выглядел так. Ну, похуй, ладно, в общем-то. Это приветственное слово мое, да? Спасибо. Ух ты! Вот это да! Эдуард явно подготовился к сегодняшнему батлу. Поэтому, а кто у вас решил начинать? Так же начинать? Да, да, все, да. Отлично. Иван Федоров начинает. Всем еще раз привет. Что, попробуем залезть к этому парню в голову сейчас? Начнем с детства. Любимый предмет Эда в школе были грабли. Эда, кстати, реально выгнали с учебного заведения, потому что он бил витрины. И тут нет вообще никаких вопросов. Я понимаю, почему Эд это делал, потому что, представьте, ты смотришь в отражение, а там стоит какой-то хуй из Грушинского фестиваля. Вот еще интересный факт про Эда. «Выходи за меня». Эту фразу Эд произносил 4 раза за свою жизнь. 4 раза. Каждый раз, когда понимал, что в дроч-салоне нечем расплачиваться. Реально, 4 раза человек делал предложение руки и сердца, и Эд говорил, выходи за меня замуж, 4 раза 4 разным девушкам. И я вообще не могу представить, если честно, как Эд произносит вот эту фразу, выходи за меня замуж, становится на колено и говорит, выходи за меня замуж, потому что от Эда больше вот такое ждешь. Да это, да с двоюродными не считается вообще. Эд взял квартиру в ипотеку, у Эда ипотека, но в эту историю тоже особо не веришь, потому что больше веришь вот такую историю, как Эд поехал на авторынок продавать свой «Жигуль», а вернулся домой с 3 бабами. И стоит и доказывает своей жене, да они волшебные. Когда Эду вводят наркоз, в него стреляют дротиком. Как-то девушка Эда предложила ему наручники в постели. И Эд такой, ну это какая-то детская хуйня. Залез в шкаф и достал свои кандалы, вот нормальные, огромные. Кстати, вот про девушку Эда. Девушка Эда работает в цирке. Бывшая жена Эда тоже работала в цирке. Эд как будто бы отрицает существование Тиндера как такового. Или же Эд решил просто весь цирк перетрахать. И если это правда, то бедная медведица в опасности вообще. Это мой раунд, спасибо большое. Класс! Иван Федоров заканчивает свой первый раунд. Спасибо большое. Продолжает у нас Эдуард Дородний. Здоровское выступление. Спасибо. Да, Ванюк, все тебе. Ваня Федоров не самый примечательный человек. Иван Федоров мог бы быть и Федором Ивановым, и никто бы нахуй не заметил. У него, прикиньте, типа, с такой внешностью еще имя Иван, фамилия Федоров.
Я вам говорю, у него дата рождения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Иван Иванов однажды познакомился с девчонкой в Тиндере, и они договорились встретиться, она у него спрашивает, как я тебя узнаю, Иванек такой, никак. Иван Петров, как человек, очень простой. Он тип, знаете, с которым вы в плацкарте познакомились, ты ему чисто из вежливости говоришь, слушай, братан, ты как будешь в Москве, звони. А он приезжает в Москву, реально кого-то хуя звонит. Прям в двери, ебашит тебе. Петр Петров — это любой парень из программы «Беременна в 16», знаете, который смирился со всей хуйной, который сидит на интервью, такой, ну а что делать? Чё? Буду работать, значит. Буду воспитывать. Я же Ленку-то люблю. И он говорит, Вань, да ты же не ебал ее даже ни разу. Это, знаете, тип, который что-то по набережной в Геленджике идет, на всю хуйню согласился. Он на перекладине попробовал крутящийся повисеть. Чучхелу купил, кукурузу горячую, шапку капитанскую. Сидит со всем этим в 9D кинотеатре. Грустный, грустный. Знаете, люди могут вечно смотреть на горящий огонь и текущую воду. У Вани такое ебало, как будто он вечно на витрину в фикс-прайсе может смотреть. Вдумчиво еще, так поняли? Такое, что же взять-то мне? Звонок на велосипед или энергетик? Ну, он вдумчивый парень, он вдумчивый. А знаете, тип, который с шумной компанией что-то на балконе стоял, молчал. Потом выдохнул так. Ну, пойду я, наверное, мужики. Он говорит, давай, Ванек. С днем рождения, Ванек. Федор Иванов выглядит как чувак, который любит, когда городские приезжают, знаете? Который такой, слышь, пацаны, там городские приехали, наших девчонок, по-моему. Может, посмотрим, пойдем. У меня все. Вау, класс! Эдуард Дородний, его первый раунд. Было круто. Ребята, ну что, мы возвращаемся к нашим экспертам. Вообще класс. Я вообще долго ждал, когда выступит Эдуард, потому что вообще от него очень непонятно, что ожидать. Я первый раз тебя вижу, непонятно, что ожидать. Вот он правильно сказал. Тут либо вот реально, либо чувак, который «Жигули» продает, либо вот я бы еще второй вариант. Я бы, если он там домашний хумус делает, тоже вот, ну прям, тоже он. А нет ощущения, что нахуй навяжет? Это тоже. И вообще, ну, это, мне кажется, отдельный респект надо выделить, ну, потому что это надо смелость совместить свитер и прихватки для кастрюли. Это круто, пацаны. Короче, нам надо сейчас определить победителя. Если надо кому-то еще что-то добавить, надо кому-то еще добавить. Во-первых, давайте поаплодируем ребятам за прекрасный баттл. Это было очень смешно, да, очень круто. Круто. Спасибо вам, ребята. Несмотря на того, кто выиграет, это было хорошо. И первый выступал у нас Иван Федоров. Давайте, кто голосует за него? И второй был Эдуард Дородний. И здесь, я думаю, все очевидно. Эдуард Дородний выигрывает этот баттл и проходит во второй раунд. Серег, а мы с Мишей заметили, что вот справа, ребята, это как семья на мужское и женское пришла, знаешь. Папу выпустили из рехаба, а дочка идентифицирует себя как мальчик. И они такие, да хуй, что с этим делать? Не знаю, помогите. Да это же мама, смотри. Не, ну там слева-то тоже сюжет вырисовывается, честно говоря.
Да, там есть вопросики. От кого беременна? Давайте собираем деревню, пока двоих нашли. Дальнобойщика, потому что мимо деревни проезжал. Там же у всех тест берут. Слева это вот эти, как во все тяжкие дома, мед варят. А слушайте, вы тоже вот так со стороны выглядите, как будто она в кафе одна сидит, и вы вдвоем такие, ты иди. Да я сто раз их делал, иди. Да. Так, ну что, у нас осталась последняя пара первого раунда. Давайте встретим Анна Пашинина. Я верно сказал? Выходи. И Янина Герасимова. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, всем здравствуйте. Можно сказать, здравствуйте. Так, ну что, будем делать эту штуку. Последний раз и все, и убираем ее. А вам нравится это? Ну все, кому-то нравится. У тебя третий, четвертый. Можете прикоснуться сиськами, давайте. Давайте. Шоу обретает эротический характер. Но я вот это не смогла сделать. Действительно. Да ладно, тоже не прибедняйся. Ну что, вы решили, да? Вы первые. Итак, Вик, что такое? Давай, скажи, Вик. Я люблю женщин с размерами. Отлично. И у меня совершенно нет комплексов. Отлично. У Вики нет комплексов никаких. Вы слышали? Кроме двух полторашек на груди. Ну все, ладно. Янина Герасимова говорит свое первое приветствие слово. Да, добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Ручку можно вашу на минуточку? Да. Это если вы вдруг задумывались, что случилось с группой Тату. Да? Не, нас, конечно, уже не догонишь, Саня, это точно, да? Ну что, начнем, да? Хюрем с гормональным сбоем. Да? Смотрите, на самом деле мы серьезные тетки. Серьезно, честно. Аня – рекордсмен России по становой тяге. Серьезно, да. Да. Среди ветеранов, но не суть, да? Вот. Я борец с абстинентным синдромом. Поэтому, смотрите, баттл точно будет интересный и с непредсказуемым финалом. Возможно, мы в конце ведущему просто наваляем, да? Вот. А так все. Главное, чтобы вам понравилось. Вот мне страшно теперь. Так, следующее приветствие слово от Анны Пашниной. Пашининой, прошу прощения. Ну, в целом ведущему кто-то один может навалять, да? Да, давайте. Наваляйте мне. Добрый вечер. Хюрем с гормональным сбоем приветствует Уэнсдэй в менопаузе. На самом деле мы с Яниной дружим, потому что даже у взрослой женщины должна быть страшная подруга. Мы с ней ласково друг друга называем «старая блядь» и «старая дура». Вообще рандомно, в зависимости от того, что мы делали накануне. Ну, собственно, вы сейчас разберетесь, кто из нас кто. Приветственное слово, все. Класс! Нас ждет очень жаркий баттл. Это уже понятно. Кто будет начинать? Вы будете. Отлично, Янина у нас начинает. Давайте еще раз поаплодируем и поехали. Добро пожаловать на битву шефов. Да? Аня всю жизнь проработала главбухом. Чуть-чуть сексуальности добавим в это все, да? Чуть-чуть сексуальности. Стоп-слово в сексе у Ани НДФЛ. С сексуальностью все. Нет, ладно, не все, да. Смотрите, Аня недавно в очередной раз вышла замуж. Муж моложе на 17 лет. Прям серьезно, да. Вот так удачно можно сходить на родительское собрание, да. Вот. Ты, Вань, чем заманила? Спиннером, да? Вот. Мужа зовут Яромир. Яромир, да, красивое имя для фанатов слова о полку Игореве, да? Вот. Аня не фанат, Аня прям непосредственный участник событий, да? Аня любит робота Дауни-младшего и набила его портрет на правую ногу. Аня очень любит Меньшикова
и набила его портрет на левую ногу. Аня любит Яромира, и они сходили на фотосессию. Вот. Ну, такая, знаете, фотосессия в стиле Кириешки, да, где холодец и хрен, да? Вот, а в целом я как будто бы батлю с Тамарой из «Папиных дочек», которую по УДО выпустили, да? Теперь просто факты. Смотрите, в детском саду, когда все играли в «Дочки-матери», она сразу была тещей. Аня выглядит, как будто принцесса Фиона из «Шрека» пошла в феминистки. Чтобы похудеть, Аня постоянно крутит обруч. Он и сейчас на ней. Да? На мне тоже халахупы ни хера не работают. Мы с Аней вообще в одной категории. Нахуй надо? Да? Но это в смысле связываться в общедомовом чате, да? Спасибо, спасибо. В дождливую погоду с кружкой какао Аня подходит к окну и не может как следует погрустить, ну, потому что не делают таких прочных подоконников. Вот, смотрите, ну, резюмируем. Алкоголичка, плохая мать, да, старая, толстая. Я Ваню прям как в зеркало смотрюсь, да. Поэтому все, что я сейчас сказала, это с большой-большой любовью. Класс! Отлично! Денина Герасимов был первый раунд. И продолжает Анна Пашинина. Аплодисменты! Так, Енина часто опаздывает. Она и сегодня опоздала. Очень долго всегда ищет место парковки для своей сумки-тележки. У меня еще есть ощущение, что прежде чем что-то подписать, Енина из-за уха карандаш достает и слюнявит его. Енина выглядит так, как будто знает все песни Кати Огонек и группы «Воровайки». Вика, это вам. Спасибо. Да, а Кате еще на могилку приходит с чекушечкой. Я, кстати, тоже. Енина стала закрашивать седину после того, как от нее в парке шарахнулись далматинцы. Енина – это второй состав Лолиты Милявской. Еще у Енины все время хочется спросить: «Женщина, почем гуся брали?» Ну, Эд не в курсе, он ворует всегда. У Енины математический склад ума, идеальная фигура, потому что с точки зрения математики идеальная фигура – это шар. Енина много лет работала продавцом в пивнухе. У нее есть сын и дочь. На первый взгляд эти факты никак не связаны. Если не знать о том, что и сын, и дочь родились ровно через 9 месяцев после Октоберфеста. Вот что значит человек на своем месте, да? Кстати, слово «мать» Енина чаще слышала не от детей, а от завсегдатаев в пивнухе. «Мать, дай похмелиться, погибаю». Это так, да? Так. Енине никогда не делали кунилингус. Не, ну там попытки были. Там чувак приближался, сдувал пену, отхлебывал. А потом такой: «А какая тут дата розлива?» Енина сквертует светлым нефильтрованным. А когда мастурбирует, то крафтовым. Енина не зарегистрирована в Тиндере. Помянем, кстати. Ну, Тиндер. Хотя... Да, она зарегистрирована на Авито, да? Все же видели ее объявление? Потомственная ясновидящая целительница, матушка Енина. В открытом микрофоне Енина была в команде Юлии Ахмедовой, но вылетела оттуда нах, потому что не умеет снимать венец безбрачия. Так, у Енины всегда с собой есть влажные салфетки, потому что каждое утро она кладет вот сюда вот под грудь сухие.
А Янина ходит на быстрые свидания. Ну, вернее, она приходит на обычное. А там, блядь, кто спасся, тот спасся, да. Ну и последнее. Минутка рекламы. Янину невозможно изнасиловать, потому что она идет на опережение и проявляет инициативу. Ну, на самом деле я ее прекрасно понимаю, потому что мы с ней не в том возрасте, чтобы хуями разбрасываться. Все, спасибо. Анна Пашинина, ее первый раунд. Ну что? Какое напряжение! Как вам, господа, эксперты? Слушай, я половину батла смотрел с мыслью, да, блядь, вы же девочки, вы чего? Вот так вот, ну это было охеренно, спасибо, да, девчонки. Великолепно было, великолепно. Да, спасибо большое. Я получил удовольствие. Что там, Миш, ты как? Да не, круто, я просто думал, что это выглядит, как будто корпоратив МФЦ свернул не туда. Но в целом это было круто вообще. Да, да. Вообще Серега, было очень круто. Как подросток что... после дочки. А я получил удовольствие. Спасибо. Так, а я не могу ничего сказать. Они рядом со мной. Они уже мне дважды угрожали. Я ничего такого сказать, говорить не буду. Мне вообще очень понравилось. И да, вообще класс! Все. Вообще класс. Да, супер. Но нам все равно нужно выгнать кого-то из них. Итак, давайте поаплодируем. Первой нас начинала Янина Герасимова. Давайте аплодисменты. И голосуем за Анну Пашинину. Что, я что-то ничего не понял. Вот у нас тут есть такой один нюанс поравну. Вообще, у нас есть функция, когда победила дружба вообще. Такое есть, да. Но можем проголосовать еще раз. Ну зачем? Чтобы ну, выгнать кого-то. Ну, я... Ты все-таки хочешь, чтобы тебе ебло снесли? Ладно, обе проходят во второй раунд. Здорово, класс. Объясняю, как будет проходить второй раунд. Сейчас все, кто прошли во второй раунд, выходят сюда и шутят про всех. Не только про того, про кого шутили, а вообще про всех. Давайте начнем с первого человека, который прошел второй раунд. Это у нас Иван Бобровников! Здравствуйте, я Иван Бобровников, все верно, здравствуйте. Значит, Эд Дородний, давайте поаплодируем Эду, вообще потрясающий, да. Когда в баре кто-то говорит «ебаем по егерю», Эд пиздец как подгоняется. В барбершопе Эда знают как «о, иди нахуй». Эд Дородний смотрит «Битву экстрасенсов», чтобы узнать, кто его ворону спил. Каждый раз на Масленицу Эд Дородний никуда не выходит, потому что думает, что его нахуй сожгут. По следующей шутке я очень сомневаюсь. Да, ну а чё нет, да, прочитаю её. Значит, Эд живёт с девушкой и тремя собаками. Любит, когда две собаки, и девушка смотрит, как он ей третью собаку. Сомнения растворились, потрясающе. Так, Ванёк Фёдоров, давайте Ваньку поаплодируем, Ванёк Фёдоров. Умственно отсталый брат Эда Дороднего. Так, значит, Ванька как будто зачали два мужика, но оба пи***ц натурал. Неудивительно, если Ванёк на свидании своей девушке скажет: «Подержи барсетку, я посрать в кусты». Да, а потом позвонит ей и говорит: «Меня посадили на 3 года. Сохрани мои вещи, родная». Анна Пашинина и Нина Герасимова. Давайте поаплодируем Анне Пашинине и Нине Герасимовой, да.
Все мы их знаем как Вупсень и Пупсень, да? Это бабы, которые в баню чисто со своими вениками ходят, да? Хотя девочки это все брить надо, я так считаю. Выглядит как два логотипа шин Мишлен. Первые пишут туркам в директ, Наташи ждут. Вы могли видеть единую Янину Герасимову в объявлениях «Одинокие мамочки в 30 метрах от вас». Анна Пашинина выглядит как женщина из книги рекордов Гиннесса, которая очень странные рекорды выполняет, ну типа «пукнула вагина и лопнула грелку». Давайте поаплодируем. У Анны Пашинной молодой муж качок. Да? Замечательно. Да, что я вам хотел рассказать, как он, значит, тренируется. Он приходит домой, берет сисечки Анны Пашининой. Пожалуй, все. Давайте поаплодируем всем. Класс, 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 просто класс. Ну и следующий наш участник второго раунда Эдуард Дородни. Да, здравствуйте, Аня Пашинина и Нина Герасимова. Давайте похлопаем девчонкам. Я вообще, если честно, не понимаю, зачем здесь Янина и Аня. Ну, что они такого у себя в общедомовом чате не выяснили, что им прям сцена понадобилась. Ну, мы, в принципе, похожи на общедомовой чат. Вот Андрюшка Серебренников, это пи***ук, которого родители наказали и в подъезд в одних трусах выставили. Это вот Ванек Бобровников, это типок, с которым ты в лифте не хочешь пересекаться. Ну, здрасте, добрый вечер, здрасте, я подержу двери, вы заходите в лифт, я придержу, поместимся, конечно, поместимся, вам какой этаж, на восьмой, ну и мне на восьмой. Андрюшка Серебренников, кстати, ждет, когда у него сломается голос, но молится, чтобы не как у Вани Бобровникова. Вы прикиньте, он же в караоке с таким голосом поет. Офицеры! Офицеры! Ощущение, что он просто доебывается до офицеров. Янина Герасимова, да, Янина Герасимова. Янина работала в пивнухе. Где? Вот. А, ну какая нахуй разница? Вот, Янина Герасимова. Работала в пивнухе, поэтому у нее пивной живот. Пивные руки, ноги и голова пивная тоже. Кстати, изначально Янина должна была батлиться с Андрюшкой, но у них не получался батл, потому что у Янины при взгляде на Андрея по привычке начиналась лактация. А нам этот конкурс мокрых маек нахуй не нужен. Я считаю... Анна Пашинина... Да, она, оказывается, работала бухгалтером. Я не знал, что она работала бухгалтером, но она похожа на такого жесткого бухгалтера, да? К которому налоговая приходит, и она вместо шредера сидит и сама бумагу жрет. Я мало что знаю о Ане Пашининой, но чисто визуально у нее 100% есть огнестрельное ранение. Она его называет вагина. Ну, легко перепутать, оно. Тоже сквозное. У меня все. Спасибо. Эдуард Дородни! И его второй раунд. Ну что, непосредственно и перейдем к тяжелой артиллерии. Янина Герасимова, погнали! Второй раунд! Снова здравствуйте. Ну, слушайте, у меня, по-моему, в формате 18+, ой, 18- будет. У меня такое лайтовое, блин, по сравнению с парнями. Но я же девочка, да? Я же девочка. Ну, вообще, смотрите, мне вот эта ситуация напоминает случай на дискотеке, да? Когда парни сидят, волнуются, потому что заиграл белый танец, и сейчас я буду выбирать, да?
Вот. Эдуард Дородний. Вот, как будто бы Тарзан наш, да? Ну, постаревший, с женой, чур я. Вот. И с тещей, но это Анька. Вот. Открыл свои курсы стриптиза для лохов. Вот. Тоже в списке. Вот. Так, смотрите, Иван Федоров. Вот. Говорят, животные очень похожи на своих хозяев. У Ивана моль. Вот. Топ-фраза в сексе у Ивана. Мужики, да вы чего? Иван Бобровников, да? Вот. Первый раз я узнала Ивана, когда попробовала визуализировать слово «мумиё». Иван модный, носит кепку козырьком назад, да? Ну, вот эту вот меховую с ушами. Вот. Кстати, чтобы не отставать от последних тенденций, он завел себе в молодежной тусовке глаза и уши. Андрей Серебренников. Глаза и уши, да? Вот. Смотрите, вот и начали подрастать дети антипрививочников, да? Ладно, Андрей весит 44 килограмма. Я вот думаю, что из меня, если вот такую херню убрать, да, я стану в целом нормальным человеком. Спасибо большое. Класс! Спасибо большое, Янина! Второй раунд, последний участник, Анна Пашинина. Бурные аплодисменты. Че, погнали, сынки, да? И внучок. Так, что, Иван Федоров. Блять, а ты как думал? Мне кажется, Иван с любого корпоратива весь в помаде приходит, потому что по-любому стал жертвой главбуха. А, еще у Ивана на вид очень нежные губы. Как Зева Делюкс с ароматом орхидеи. Так, Андрюша Серебренников. Мне очень приятно шутить про Андрея, потому что мы взрослые женщины, как никто, умеем наносить детям психологические травмы. К Андрею в детстве приставали педофилы. Говорили, иди, иди отсюда, мальчик, не мешай. Ну, еще, мне кажется, Андрей похож на Юрия Гагарина. Каждый вечер говорит, поехали, друг, 108 минут. Так, Ваня Бобровников. Ваня пессимист, поэтому у него плоть не крайняя, а последняя. Так, это тот мужик, который на любой вечеринке неожиданно из-под горы курток вылезает. Эд плачет, когда смотрит «Титаник», потому что столько бухла утонуло. Ну и чего, у Эда бывшая жена циркачка, нынешняя девушка тоже циркачка. Для меня сейчас выражение «на хуй вертел» прям заиграло новыми красками. Спасибо. Отлично! На последней она была у нас завершающим комиком второго раунда. И сейчас нам предстоит задача, господа. Во-первых, как вам второй раунд, господа Вика, господа Андрей? Мне очень понравилось. Очень сильно понравилось. Что очень сильно. Ну что тебе понравилось? Ну просрать там шутка, я смеялась. Я даже некоторые прослушала из-за того, что на той смеялась. Господа, Миша. Да. Что скажешь? То что? Что ты скажешь? А что тут сказать? А что-нибудь скажи уже. Все ребята молодцы. Мы не на свадьбе, братан. Счастья, здоровья всем. Присоединяюсь к вышесказанному. Ну, вы понимаете, что с кем-то из них, не с одним, вам придется, возможно, быть в паре потом. Ой, я как раз свободна сейчас, я готова кто-то. Я в паре готова. Не, Вик, не сюда нам. Это мы не про эту пару. Прикиньте, вот я с Серебренником. Представьте, у нас двоих. Звездец. Да-да, когда ты говоришь, мальчик, сделай тетю приятно. Потому что у тебя очень... Сделай тетю хорошо. Андрей Складчиков отлично будет звучать. Ну да, навряд ли же она возьмет его фамилию. Там доминант. Да нет, просто даже вместе
А у тебя есть девушка? Так, меня могут во второй раунд добрать? Подожди, ответ на вопрос. Есть у тебя девушка или нет? Есть девушка. Да, а получается, не у всех, да, есть у вас? Покажи! Жены что-то. Есть? Реально есть? А сколько тебе лет? Да ты вообще реально есть? Я как будто лох какой-то. Реально? Не-не-не, я не понимаю. Я как выгляжу такая? Реально? Да, есть. Не, ну прям, не в смысле, вы виделись. Не, она прям... Ну, не, ну я имею в виду, есть же по переписке. Она мне даже говорила, что мы ебались один раз. Так, ребята, нам надо выбрать победителей двух, которые проводят финал. Выбираем только двух победителей, которые проходят финал. И, кстати, оскорбляют тебя, Вика, еще как. Итак, давайте первый у нас выступал Иван Бобровников. Запомнили. Второй был Эдуард Дородний. Янина Герасимова и Анна Пашинина. Я думаю, все очевидно по звуковым сигналам. У нас финал проходит Иван Бобровников и Эдуард Дородний. Класс! Ну что, господа, мы начинаем третий, финальный, завершающий раунд, поэтому я попрошу на сцену стул, специальный стул для Вики Складчиковой. Вика Складчикова! Садись, как тебе удобно, Вик. Господа, есть? Это Дородний хотел. Ну, это пиздец, я могу начать. Вот. Настоящий мужчина. Давайте. Я тогда начну. На них уже все. Все, уже один у нас тут на мужчина. На своей пи***е. Ну что, финальный раунд, Эдуард Дородний. Вика Складчикова, поаплодируйте. Спасибо. Вики Складчиковой. Сегодня самое большое. Любите Вику Складчикову, да? Любите выступление Вики Складчиковой. Меня пугают пиздец, если честно. Как Вика ходит по сцене это, вот этими вот шагами что-то головой крутит, как будто корову проебала где-то. Но она сейчас не нервничает, потому что Атлас вон сидит, его видно. Корова на месте. Ладно. Так, что, Вика Складчикова, я посмотрел интервью с Викой Складчиковой. Я вам советую вообще всем посмотреть все интервью с Викой Складчиковой. Она там раскрывается, как человек раскрывает свой внутренний мир. Например, вот я узнал, что Вика Складчикова селедку чистит за минуту. Срала в пакет. Потому что ведро цветами было занято. И это реальные факты, вы прикиньте. Мой любимый, это как она рассказывала, как дилда массажирует спину. Помнишь, да? Вот так просто берешь вот так вот, тан-тан-тан-тан-тан. Очень хорошо, соль разбивает, очень хорошо. Это мне Атлас его подарил, это он ноу-хау. Ну понятно все, Вик. Лайфхак. За него вообще придуман был. Ну, вообще Вика выглядит как человек, который может 101 применение резиновому члену найти. Вы знаете, массаж им делает, и тесто раскатывает, помидоры подвязывает. У нее поэтому и с мужиками проблемы, народ. Потому что мужикам страшно. Она видит, как она резиновый хуй использует. И он такой, боже мой, что ж она с моим-то сделает? Она же когда-нибудь, да, скажет этот, дорогой, мне тут сковородку надо от гари почистить. Тащи хуй свой сюда. Спасибо за идею. Я вам говорю, если Вике Складчиковой анальные бусы подарить, она их просто как четки будет использовать. На пальцах крутить. Вика сильная женщина. Ей нужен морально сильный мужик. Не вот этот пи***к. Нет. Нет, ей нужен вот как Ванек Бобровников. Которому в случае чего можно вот это вот... Ванек, лови лося! И Ванек, хуя! Вика Складчикова, кстати, единственный комик, который выступает не за гонорар, а за блок сигарет.
Очень здорово, что теперь Росбаттл выходит ВКонтакте, потому что аудитории Вики Складчиковой будет очень удобно и на Вику смотреть, и в тюрягу ебашить ВКонтакте параллельно. Если вы вдруг увидите на ее лице блески, это не косметика, это просто чешуя от рыбы отвалилась. И в конце хотелось бы обратиться к подписчикам Вики Складчиковой. Короче, сейчас Росбаттл, да, мы прожариваем друг друга, это такой формат мероприятия. Но произошла недавно хуйня такая... Кто-то, какой-то подписчик Вики Складчиковой, сфотографировал ее выступление, отметил ее, выложил в социальную сеть и вот так вот обвел горло ей кружком, чтобы показать, что у Вики Складчиковой какой кадык. Это правда, да. Сука! Кто это сделал? Заметил кадык. То, что у Вики Складчиковой яйцо через раз выпадает, блядь. Вообще всем похуй. У меня все. Спасибо. Эдуард Дородни! Отлично, отлично. Как ты подметил, да? Вот, ну, я имею в виду, что и посмотрел, подготовился интервью. Ой, господи. Я забыл тебе передать конверт. А это что, я должна буду решать? Да, ты будешь решать, кому денег. А там сколько денег? Ну, там какое-то количество. Нельзя открывать, да? Ну, хочешь, открой. Ну, посчитать открой. Просто. Ну, тебе прям принципиально? Да, может, вы туда просто... Там 50 тысяч. Что-то не чувствуется. Но это... Я могу на этот уже почувствовать. Слушай, даже если это наебалово, ко мне ноль вопросов. Я вот тут так просто сижу вот слева. Но не скрывай, этот конверт еще Щербаков лизал. Потру. Ладно. Извините. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что? Я плохой человек. Едем дальше. О, сейчас... Иван Бобровников! Финалист! Здравствуйте! Добрый вечер! Давайте поаплодируем Вике Складчиковой. Потрясающе! Виктория сдает анализы в банке из-под Балтики девятки. От Вики уместна фраза в аптеке: «Дайте гандоны какие-нибудь вкусные». А то мы десерт не дождались. Есть же ощущение, что у Вики клитор прям вяленый. У Вики была кличка Ван Дам, потому что она раздвинула ноги между двумя фурами. Да? От Вики уместна фраза в тюрьме: «Начальник, нам бы петушка в камеру». Вика в бане с мужиками всегда спрашивает: «А вы чё в трусах? Доставайте свои письки». Значит, Вика может исполнить не горловой, а говорливый миньет. Просто пиздит на чей-то... Вика в аптеке не говорит мне 5 капель. Она говорит: «Подруга, мне походу пизду пырнули». Как-то Вика была жизненно. На оргии, да, и такая: «О, а у нас в Сорочинске пробки только в вине». Сейчас где-то в автосервисе сидят мужики, смотрят стендап на ТНТ, и кто-то такой: «Драл ее». Вика в Сорочинске училась дрочить на козьем вымени. Значит, Вика Складчикова после гастролей запрыгивает в кресло гинеколога и такая: «Ну давай, не приукрашивай, что там у меня?» У меня все, спасибо большое. Иван Бобровников! Класс! Я, конечно, сильные вопросы по моей репутации надо
А ну-ка, доставайте свои письки. А пропырнул. Ой, класс. Ну что? Не буду, я очень плохо сейчас. Да, было очень круто. Спасибо, Ваня, большое. Давайте мы еще раз поаплодируем. Было очень смешно. Я не знаю. Ну что, Вик, надо выбрать победителя. Кому ты вручишь эти деньги? Нет, вот это не хочу ответственность на себе. В принципе, перевес чуть есть, но давайте, чтобы не совсем была ответственность на мне, зал примет участие. Вы не против? Не против? Ну, давайте. Первый выступал Эдуард Дородний. И второй был Иван Бобровников. Да. Справедливо. Я считаю, справедливо. Вань, чем что? Я тебе, вот тут люди дали мне... Побеждает в сегодняшнем батле Иван Бобровников! Класс! Это просто супер! Поаплодируем Вике. А ну-ка, доставайте свои письки из Кладчикова! Спасибо, ребят, спасибо. Ну что, господа, господовичи, теперь, господа эксперты, Миша, Андрей, нам сейчас нужно выбрать того человека, которого вы добираете в большой турнир. А это один человек? Это один человек. А, давай так, мы с Мишей посовещались уже, и мы примерно понимаем, за кого будет голосовать зал, поэтому наш голос будет не совсем очевидный, но... Так как мы опытные батлеры, мы понимаем примерно, какая задача будет стоять у комика впереди, мы бы хотели этот шанс отдать Андрею Серебренникову. Андрей Серебренников, поздравляем! Итого. Вообще, ну все, это вы уже определились. Все. Зал, сейчас мы выбираем, кого вы будете добирать из тех, кто не попал еще у нас в большой турнир. Хорошо? Только выберите одного. Договорились? И аплодируйте. Давайте прямо отсюда начнем. Анна Пашинина! Эдуард Дородний! Иван Федоров! И Янина Герасимова! Ну, здесь все тоже очевидно. Эдуард Дородний тоже попадает у нас! Турнир! И мы поздравляем всех тех, кто прошел большой турнир, а это победители сегодняшнего вечера, Ивана Бобровника, Эдуарда Доронина и Андрея Серебника. А вам, ребята, просто всем респект, круто было. И давайте еще раз поблагодарим ребят за прекрасный вечер, было круто. Спасибо большое!